Друзья, всем привет! Давайте погуляем с вами по обе и посмотрим посуду. Здесь очень много посуды выставили, что я даже и не видела, где она у них стояла, не знаю. Давайте глянем, что есть. Очень красивая. Ну, конечно, цены не мною написаны, поэтому извиняйте. Вот такое блюдо для подачи. Посмотрите, какое шикарное. И сделано как будто бы под старину. Материал керамика. Сейчас поближе покажу. Оно как будто бы даже такое потресканное, как мозаичное такое, знаете, красивое. Сейчас цену посмотрим. 1300 рублей. Это вот такое большое. И вот это по 999. К этой посуде можно подобрать салатники. Очень красивые. Тоже бабочки внутри. Это уже на ощупь, я не знаю. Тут каждую нужно читать, конечно. Керамика, скорее всего, это, вернее, уже фарфор идет, потому что очень сильно отличается по ощущениям от этой. 599 рублей. Красивая. Ну и разные они есть, конечно, можно повыбирать себе. Вот это уже грубовато сделано. Толстая, тяжелая. Цветок внутри. Смотрите, какие красивые расцветки. Вообще, тут чем неудобно, что видите, на этой этикетке не написано, и все вот на этой. Приходится вертеть, крутить. На это уходит тьма времени. У меня нет сейчас времени на это, поэтому я вам покажу все вот так. Что есть, может, кого-то что-то заинтересует. Так, чаша. 599 рублей, я так понимаю, они стоят. А вот кружки по 469 рублей. Ой, какая красота. Очень красивая. Вот как раз вот к этому салатничку. Очень подходит. Бабочки, кстати, у кружек разные, как и цветочки на них. Здесь вот розовые, здесь зеленые. Ну и отличается сам рисунок. Так, а здесь, по-моему, даже пчелка. Ой, какая классная кружка. Здорово. 569 рублей. Так, вот эти вот фарфоровые написано кружки, но они очень тяжелые и толстые. Смотрите, лица. По скидке желтый ценник 279 рублей. Есть вот с закрытыми глазками, с открытыми. Есть один глаз открыт, другой закрыт. В общем, 400 миллилитров. Фарфоровые кружки без рисунка, молочного цвета, ребристые. Производитель, кстати, наш. 279 рублей. Вот эти с птичками. Это серия давнишняя. Были разные птички. Я когда-то их даже показывала. Уже не помню, сколько времени прошло. 499 рублей. Но очень давно это было. Так, эти кружки по 469. Красота. Да и только. 469 рублей. Очень интересная серия ботаника. Смотрите. Сделаны как будто бы они железные и эмалированные. Ну, металлические. Вот. Но на самом деле это керамика или фарфор. Кружка называется гербарий. Фарфор. Здесь вот видно хорошо, что одна наклеечка наклеена. Очень удобно. Так, надписи. Вот две кружки, я так понимаю, здесь. Вот, с надписью и просто с растениями. 329 рублей. Чайная пара в упаковке. Кружка, смотрите, внутри ободок из цветочков, а снаружи без рисунка. Ну и блюдце полностью все в розочках. Так, красивые пары тоже. 899 рублей. Но для меня такая кружка маловато. Я так уже привыкла к нашим вот этим большим кружкам. Ничего не могу с собой поделать. Так, а это у нас маки. Тоже красивые круженцы это. И внутри маки. 369 рублей. Вот такой еще вариант есть. Мелкий цветок. В общем, интересные. Но вот эти тарелочки, конечно, просто...
Шикарные. Просто красота. А здесь вот тарелки. Тоже фарфор. 569 рублей. Вот такая, например, стоит. Все молочного цвета такого. Ну, как обыкновенно. Я обычно, ой, такую посуду не очень люблю. Мне она скучная, кажется. Я люблю всякую цветную, красивую. Вот. Ну, кто-то любит однотонную. Ну, такую вот белую, молочную посуду. Вы не устали, друзья мои, еще от лаванды? Смотрите. Тут тоже. Это, похоже, хит сезона. Просто сейчас такое время, когда она, видать, растет. И все в лаванде у нас. 300... Так, 369 рублей такие кружки. А нам же все оттуда везут, так сказать. Поэтому... Так, вот это интересно тоже круженцы. А внутри... Есть еще черная. 249 рублей. Так, я надеюсь, вам все видно хорошо. Так, ну тут одни кружки. Здесь будет не скучно. Так, ну что тут? Цитрусы какие-то. 249. Потом вот такой вот рисунок. Очень много кружек, и все с интересными расцветками. 349. Но я сейчас буду. Кружка такая, кружка сякая, и это на полчаса. Внутри тоже есть рисунок. Тут сердечки. Полоски, сердечки. Тоже симпатично, почему бы и нет. 369 рублей. Фарфоровые формочки для запекания. Две штуки. 299. 220 миллилитров, есть и побольше. Вот такие красные. 469 рублей. Здесь уже 290 миллилитров. И наборы керамические посуды. Смотрите, 16 предметов. Здесь 4 кружки, 4 салатника, 4 вот таких тарелки небольших и 4 больших. Ну и смотрите, какие есть наборы. Стоят они все одинаково. 4500 рублей за весь набор. Материал керамика. Вот такой вот вариант еще. Так, и вот тоже красивый, мне кажется. Но не очень хорошо сделан. Грубовато. И вот это, вот эти кружки очень тяжелые. Но он и стоит подешевле. 3999. Ну, вот еще какие есть. Эти уже 4999. Так, вот такой вот краб. Интересно, что тут с этой стороны. Все ли я тут увидела? Ну, стаканчики, они стоят уже, я не знаю, еще до Нового года они были. Все до сих пор стоят по 369 рублей. Креманки. 449. А вот такая полка металлический. Вот держатель с птичкой, смотрите. И стеклянные тарелки. Стоит 2800. Черная посуда. Кто любит. 4299 за набор. Набор, опять же, 16 предметов. Так, что вот это у нас? А это у нас очень интересные, красивые стаканы, которые запакованы и не видно. Две штуки. Вот 449 рублей стоит. И разные есть по цветам. Какая-то такая геометрия интересная. Ну, не видно толком-то в упаковке. Так. А это у нас подставочка с ручкой. 18 сантиметров в диаметре. Стоит 899 рублей. Декоративные разделочные доски. Стеклянная поверхность. Предназначенные для нарезки продуктов, сервировки и подачи на стол и раскатывания теста. Очень яркие, сочные картинки. Стоят 349 рублей. Есть такая яркая с лаймом, с ягодами.
Вишня там, по-моему. Очень ярко смотрится, здорово. Ну, а тут много всяких декоративных штучек. Пластиковый поднос, называется «Сафари». Он тяжелый, такой большой, 1200 рублей стоит. Пластик твердый, прочный. Не указан диаметр или указан. Ну-ка. 37,5 сантиметров в диаметре. И смотрите, какие еще подносы интересные есть. Под такую кожу сделаны. С золотыми ручками. 1600 рублей. Прямоугольные подносики. Так, еще один вариант. Это вот такой, тоже под искусственную кожу. 1500. Так, а это что за красота? 4 мата. 4 штуки тут вот таких подложки. Сейчас прочитаем правильно, как называется. Подставка деревянная Герлинда. 1600 рублей. 40 на 30 сантиметров. И вижу два цвета каких-то. Сейчас придется вот так сдвинуть. Ну, красиво, согласитесь. Вот к той посуде, которую я первую показывала, тоже очень подойдет, потому что такие же практически цветочки. Это, видимо, какая-то одна серия была полностью. Но я ее раньше не видела. Не знаю, где уж они там стояли. Кашпо лица. Это какой-то желтый ценник, но все равно дорого по-любому будет. Да, 4000. Нет, не хотим за 4000 мы. Такое не надо нам. Так, здесь посмотрим декоративные всякие штуки по типу флорариума. Прикольно смотрится тоже. Они уже, знаете, пылью покрылись. Тоже давненечко здесь. Какие-то там искусственные камушки декоративные, эхиверии. 659 рублей. Вот это очень симпатичная красота. То ли это шкатулка, то ли это что. Ну, для сахарницы слишком богато, наверное, будет. Шкатулочка, скорее, это всего. Ну да, шкатулка, стеклянная птичка. 1099 рублей. Всякие горшки керамические. Или какие они? Не знаю, какие они. Не указано ничего. 469 рублей. Вот такой вот листочек. 749 рублей. Блюдо какое-то тоже для украшений. Скорее всего, есть в виде перьев. Так. Сердечки. Керамические. 249 рублей. Они тоже вот сердечки, это точно для внешней. Уже видела и показывала. Ой, какая симпатичность-то. Посмотрите. Ой, божечки мои. Это вот можно подвесить для красоты. Ну, написано подставка под горячий, конечно. Ну, я бы такую подвесила на кухне куда-нибудь. Есть еще вот такой вариант. Собачка. Корги, по-моему, тут такая интересная. Стоит 299 рублей такие подставочки. Настенные часы. Стоят 669 рублей. Вот такие большие, красивые. Больше, конечно, вот эти понравились. Симпатичные. Есть с машиной. Тоже в такую же цену. Есть вообще огромные, большую гостиную куда-то, прям большую комнату. Тысячу, сколько, ну-ка, 1900 стоит. Недорогие стеклянные тарелки, по 109, по 149, 179, смотрите, какое дерево. Вот, я вот так вот покажу вам общим планом. Вот эти с листиками тоже симпатюлечки. Ну и внизу большие. Присесть, чтобы вы цену-то хоть чуть-чуть-то углядели. И стеклянные даже есть.
по 159 рублей и по 229. Как вам такие корзины пластиковые? Цвет слоновая кость. Смотрите, красота. Для хранения вот в шкафах. Она как-то тут, смотрите, даже разбирается. Вот параметры у нее подчеркнуты галочкой. 32 на 24 на 13 сантиметров. 299 рублей. Очень много их. Целая вот корзина стоит. Декоративные фонари. Очень красивые. И дорогие. По 5000, по 4. В общем, цена всякая. Так, и вот здесь еще тоже много. По 2,5, по 1,5, по 900. Это вот такой под старину с искусственной свечой. Вот такая красота здесь происходит, друзья. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.